За 2016 год число жителей Югры увеличилось почти на 20 тысяч человек. Теперь население округа составляет 1 646 тысяч югорчан. Члены правительства подвели итоги социально-экономического развития Югры. О стабильности и устойчивости говорят цифры. Так, объем инвестиций в основной капитал превысил рекордный показатель 2015 года на 38 миллиардов рублей. Несмотря на сокращение объемов нефтедобычи, промышленное производство показало рост. Это означает, что в Югре успешно развивается переработывающая отрасль. Успехи в экономике положительно сказываются на социальной сфере. Так, рождаемость в Югре превышает смертность в 2,5 раза. Каждый шаг нашей бюджетной политики должен быть ориентирован на создание новой экономики Югры, для того, чтобы наш регион все меньше и меньше зависел от любых нефтяных потрясений.